Да, мы спим втроем. Ты, в общем, все, что меня окружает. Меня зовут Лена, и вы на моем канале. Сегодня в этом видео я покажу вам квартиру, в которой мы сейчас живем. Эта квартира находится в юго-восточной части Риги в районе Межсиемс. В переводе с латышского Межсиемс — это лесное село. И действительно, этот район окружен лесами, озерами, очень красиво здесь. Здесь недавно построили Икею. Сегодня добро пожаловать к нам домой! Кому интересно, оставайтесь со мной. А начну я свое видео про квартиру с нашей комнаты. Здесь, в этой комнате, на этой кровати сплю я. Спит мой супруг с моей дочкой. Получилось, что у нас есть кроватка для нашей дочки, но она ни разу в ней не спала. Наша кровать — это выход в гостиную. Это картина, которую мы нарисовали с Ярославом и с Мирой. Здесь также картины. И вы заметили, что шкафа у меня нет. У меня вот такая вот вешалка, все вещи находятся. Это не все вещи, конечно же, которые у меня есть. Все вещи находятся под этой кроватью. И очень красивый вид из окна. Особенно сейчас, осень. Но достаточно шумно. Здесь ходят машины. Особенно летом, когда мы открывали окна, здесь было достаточно шумно. Здесь лоджия, переходящая... Очень длинная лоджия. Здесь из этой комнаты можно пройти в другую комнату и обратно. Давайте я вам покажу. Смотрите, мы выходим на балкон. И вот эта комната, в этой комнате мы можем попасть в комнату к Ярославу. А за кроватью у нас лежит гитара и памперсы. Подклеенная, правда, уже лампа из Икеи. Вечерком я люблю включить эту лампу, когда Мира уже уснула, и почитать книжечку. Сейчас я читаю вторую часть Шантарама. Могу сказать одно, то, что вторая часть мне нравится больше, чем первая. Мне кажется, она более интересная. И я читала уже в электронном виде Шантарам, но гораздо приятнее читать именно книжку. Кстати, это мамина книжка. Итак. Вы посмотрели комнату нашу, теперь переходим из этой комнаты в комнату нашего парня, 6-летнего парня. Это его кровать, да, это его рабочий стол, он там играет в игры, записывает видео. А вот, это его рабочий стол, здесь. Находится. Здесь он спит, собственно. Очень удобная кровать. Тем, кто задумывается, допустим, кто решает, что нужно покупать ребенку, обязательно покупайте, потому что эта кровать занимает 1/3 часть в комнате. Она очень мало места занимает, но тем не менее она такая экономичная. Посмотрите, здесь полки, здесь в ступеньках есть шкафчики. Также здесь находится шкаф для его одежды и для книг, для игрушек, для всего. Можно все в эту кровать сгрузить. Здесь поворачиваемся, здесь находится игровая для Миры, ну, она в основном на этом ковре играет. Конечно, игрушки я сейчас прибрала, потому что их очень много. В основном здесь всегда разбросаны игрушки, потому что постоянно Мира играет. Тут вы уже знаете, здесь выход на лоджию с
отсюда можно попасть в другую комнату. Иногда я здесь на этом коврике занимаюсь, что-нибудь делаю. А что еще можно сказать? Тоже здесь очень шумно. Мне нравятся в этой квартире панорамные окна. Здесь пятиэтажный дом, также есть лифт. Постоянно по всей квартире от него вот такие вот. Посмотрите. Весь линяет. Не берите такой коврик в Юске, если вдруг вы задумаете купить. Ну, итак, посмотрели комнату Ярослава. Ну что, давайте перейдем теперь в ванную комнату, а потом я вам покажу гостиную. Здесь такое освещение. Здесь есть также вот такое освещение, но я им в основном не пользуюсь. Если выключить свет, то получается вот так. Вот. При таком освещении я обычно люблю принимать ванну. Итак, ну сейчас я тогда перестану показывать себя, сейчас я буду показывать все вокруг. На стиральной машинке находится вся бытовая утварь. Ну вот, расчески для зубов ниточками я обязательно пользуюсь. Кокосовое масло, которое закончилось, нужно покупать новое кокосовое масло. Это просто находка. Я его использую и для волос, и для тела, и для всего. Мицеллярная вода. Это я накручиваю локоны, но что-то у меня сегодня не получились локоны. Наверное, мало держала. Вот Мирамистин, кстати, есть. Вот Мирамистин еще с Питера. Кстати, да. Вот. И, к слову сказать, я перестала использовать жидкое мыло. Вот это жидкое мыло я хочу закончить и уже больше не покупать жидкое мыло в таких бутылках. Ванная небольшая. Ванная достаточно маленькая, но удобная. Здесь душ. Никакой занавесочки нет. Не люблю я эти занавесочки. Все равно на полу потом капли. Раковинка. Это я понимаю вред, который наносит такая упаковка для окружающей среды. И свечи. Конечно же, я люблю в ванне свечи. Каждая девушка, наверное, меня поймет. Сейчас я зажгла свечку для того, чтобы здесь пахло хорошо. И мне очень нравится, как пахнут эти свечи. Иногда я просто так зажигаю, чтобы в ванной комнате пахло ею. Ну вот, ванную комнату вы посмотрели. Кстати, вот это вот, знаете, для чего приспособление? Это Мирина шапочка. Ее вот так вот надеваешь на голову и моешь ей вот тут вот волосики. И водичка ей не попадает в глазки. Так вот выглядит квартира-студия. Прямо в ванная с туалетом. Это комната старшего сына, это наша комната. А мультики включила, чтобы можно было записать видео. Вот, смотрите, здесь у нас кинотеатр. Тот угол, там у нас рабочий стол супруга. Это наш кинотеатр. Здесь мы по вечерам смотрим фильмы, отдыхаем. Уже давно я использую не пакеты, когда хожу в магазин, я использую вот такую сумочку, мне нравится, с ней прикольно, она такая модненькая. В общем, это мойка, это Питер. Каждое утро я выпиваю по столовой ложке льняного масла. Делала это уже давно, но сейчас возобновила. Очень мне нравится для всего, и для кожи, и для волос, и для ногтей. Это я использую оливковое масло. Кому интересно, я могу снять отдельное видео про то, что про продукты, какие продукты я использую.
А вот здесь вот наверху, видите, достаточно высокие потолки. Наверху картины, там вот у нас холодильник, морозилка. И вот так вот выглядит плита, духовка. Кстати, уже скоро придут наши парни, нужно будет что-нибудь приготовить. Это чай. Я пью зеленый чай обычно. Это наша рыбка, петушок. Эй, петушок! Картинка моя, которую я рисовала в Гималаях. И даже здесь у меня свечка тоже. Это из Икеи. Итак, вот так это выглядит отсюда. Так это выглядит отсюда, с этого ракурса. Посмотрите отсюда. Ну вот и все. Квартиру нашу я вам показала. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну вот и все. Показала я вам нашу квартиру. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем пока!